Из книги «Открытым оком», 12 том, тема «Лапкин книги», вопрос 2616. «Не было ли у вас мысли составить симфонию на ваши книги?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Симфонию нет нужды составлять. По тематике в каждой книге по главам. Вера, семья, литература, политика и так далее. Есть уже. Кроме того, в конце 10 тома серии «Открытым оком» дан подсчет 79 слов. Сколько раз они встречаются во всех 10 томах. Там же на все 123 занятия, бывшие в Потеряевке, и оглавление в алфавитном порядке, где указан том и страница. По стихам тоже дано в алфавитном порядке. А остальное нужно запомнить. Кроме того, мы можем дать электронную версию книг. Они у меня все сведены в один файл, а это уже 11 книг. Объем 47,5 мегабайт. И при шрифте 16% на 100% -9160 страниц. Вводи любое слово, и через 2-3 секунды будешь иметь на экране нужное место из любого тома. Это нисколько не хуже самой хорошей симфонии. Исайя 35:8. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних». Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Удивление приходит постоянно, щекочет необычностью сверхтайны. Казалось ровным издали, но оказалось ямой, где заблуждением конец стремглав настанет. Так, начиная с малой колыбели, до бесконечности плывущей в неизвестность, затягивает любопытством в щели, за гранью тайны тощим станет тесно. Для пытки любострастность увлекает, заманивает страстное умовоображение, а радость по губам коснется нас слегка лишь, ненужным, недужных с расшифровкою поженит. Кто удивляться перестанет чуду, заложенному в том, что окружает, зарядом электрическим повсюду прожил у холодильника в пижаме. Неинтересны скучные глаза и рот, не округлившийся под бублик. Тот обречен прокисший хлебать с двумя перстами на болоте кулик. Спешите удивляться тайнам Божиим в постели, за столом, наедине. Прилюдно охайте, не быть всезнайкой вошью, досаду доставляющей в белье. Читая Библию, ударь себя по бедрам, осмысливши пророчество при свисте. Нельзя же староверам быть упертым, так оскопить божественные мысли. А если бы я был тогда в толпе? Ничем-то я не лучше тьмы жидовской. Я на себя дивлюсь уже теперь, шурша страницами, заляпанными воском. Ни края удивлению, ни конца. Как изо всей толпы Бог выбрал мой хребет, трудиться не в затылке лишь чесать, и ясность в свете ближе подойдет. 31 января 2005 года. Игнатий Лапкин.